Добрый день. Итог того, как я копал такую монету, как Neoxa, один день на трех картах 3060 LHR. Сейчас показывает, что добыча в грязную 2.70 меньше, чем даже на эфире. У меня за сутки вышло, получается, вот такое вот количество. То есть средний хешрейт у меня был 68-67. Вот как раз-таки эти три карты. Работали они, конечно, там несколько раз вылетало, но в целом один день ровно так примерно и было. Столько мне накапало по текущему курсу, который мы можем посмотреть вот на этой бирже. У нас вышло $2.35 грязными, что на самом деле даже меньше того, что отображается вот Тумайн. Копать или не копать, думайте сами. Вот все это прилетело на кошелек уже. С учетом того, что курс нестабильный. Хотя на перспективу, возможно, и интересный проект, особенно на картах, у которых 4 гига памяти. Но на каких-то адекватных картах смысла добычи этой монеты абсолютно нет.